очнулась на улице, побежав за укатившейся игрушкой, и заревела. Сразу открылись все окна и двери, и кто-то спросил, нужна ли ребенку помощь. Я сказала «да», потому что колени Марго были в крови. Ее отвели в ванную и промыли царапины, а потом пригласили в гостиную. Оказавшись в гостиной, она сразу же прекратила хныкать. Уже в детстве она умела сдерживаться, не дожидаясь напоминаний. У Марго врожденная сила воли. Отец работал в Лондоне, и окна его кабинета выходили на парк Сент-Джеймс. Еще совсем крошкой я любила подниматься в его кабинет и смотреть на парк. Славе. Вообще-то я не очень любила балет.